Пока краж из гостиничных номеров в этом году в Сочи не зарегистрировано, отчитываются полицейские. Между тем, в 2014-м таких было 11. При всем при этом отелей на курорте больше 200. Поэтому показатели можно назвать неплохими. Помогла профилактическая работа органов УВД, да и сами средства размещения имеют собственную службу охраны, систему видеонаблюдения и сигнализации. Вероятность кражи в гостинице значительно ниже, чем кражи и хищение имущества в частном секторе. И мы готовимся к курортному сезону, мы обследуем каждую гостиницу, каждый пансионат на предмет не только антитеррористической защищенности, но и на предмет защищенности от имущественных преступлений. Но основной наплыв отдыхающих еще впереди, подчеркивают стражи порядка. Поэтому туристам нужно соблюдать ряд правил. В числе основных обязательно закрывать окна и двери, ценные вещи отдавать в специальные камеры хранения и быть внимательными к новым знакомствам. В случае кражи нужно сразу позвонить в полицию. В этом случае выше вероятность задержания преступника по горячим следам.